Что это такое? Я не знаю, ты куда-то не туда едешь, по-моему. То есть вниз упасть? Я правильно еду. А-а-а, бешеная тентакля. Что ж там происходит? Не знаю. Значит, это... Ту-ту-ту-ту, затвернись там, Иридиум. Где? Я... Давай, ценой собственной жизни рискуя. Где ты еще видел? Что происходит? Подожди меня, друг, я не хочу пойти на спайс. Спокойно. Ну так и скроюсь. Эй, на кого бог пошла? Да, что-то не упало, по-моему. Что, блин, происходит? Тебя там не укачало? Красиво полетел. Невысоко, правда, так. Над собаками. Эй, толты. Тум-ду-ду-ду. Я не посмотрел, что я выбрал. Я случайно выбрал. Да, совершенно хорошего. Ну, то, что подороже хотелось бы. Вот это я пошмонаю ее... ящики. Больше ничего шмонать у нее я не хочу. Ну, блин, вертолёти! Давай, тебе сам бог велел ее с этого замочить. О-о-о, красиво. Так, ему тут можно срезать? Давай покатаю. Ух, как на трупах весело подпрыгивать. Не успел я тебя больше купить. Но я тебе хотел бы добавить просто убойности. Ты так классно лезешь? Да, я понимаю. Это странно это происходит. Задействуешь только одну руку и одну ногу. Вот на сила веры. Топот такой-то был. Каков нахал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, подбежал туда. Фу, левелапнулся вовремя. Еще б секунду буквально, я бы помер. Не стою, перезарядился, чувак в меня стреляет. Я достал снайперку, он в меня стреляет. Я прицелился, он в меня стреляет. В общем, он критически умер. I don't want to set the world on fire. Стёбщики, блин. Любителя Fallout 3. Ну, надо попробовать. Ой, какой он милый, розовенький весь. Красненький и розовенький. Да, новогодний. Я прям в пузырь прыгнул, какой я молодец. Это хрен зеленый у меня пробежал. Почти. Я не хрень, я чебурашка. Можно отдать Моксу, можно отдать Маркусу. Че, мужскую солидарностью сделаем? Ну, щиток иногда не очень хороший. Вообще фиг его знает, может это случайно все распространяем. Может. Мне как бы все равно ничего не дадут, потому что ну ты сам. Тем более, что он их не собирать и ВКонтакте выкладывать. Он не выложит ВКонтакте только потому, что у них ВКонтактика нету. Хотя у них может быть в убежище или что-нибудь такое. Эй, Мокси, ничего так задница. Будешь знать, как
все там нормально, в принципе. Да, я ей отомстил за то, что она мне пушку не отдала. А, ну да, она тебя пушку зажилила. О, я могу здесь статей кинуть. Да, я тоже могу. Но это не значит, что я этого хочу. Тринадцать с половиной косарей. Шоу-тайм. Здесь мужика убьет. Мужик, если бы подошел, блин, тебя говню мешаешь. Пялишься, я не люблю, когда пялятся. Чувак, я где-то видел твою сестру. О. От тебя он убежал, почему он от меня не убегал? Потому что... сказал. Ну потому что ты видишь, это худой, и он думает, что ты не представляешь угрозы. А я вояка, мало ли что у меня на уме. Действительно, у тебя еще такой пневмопик в руках. Ты так и будешь с базукой стрелять? А тебя что, это смущает? Да, немножко. Ну ладно, с веселым автоматом, так говорится. Лучше, лучше. Ты не ты, когда голоден. Блин, вот честно, я просто в сомнениях. А, хотя тут рипершот. Хотя да, если общую... Ой, как тяжело. Надо потаскать просто, да, я реально начинаю понимать девушек. Я представляю, как семейные пары у них собираются. Дорогой, да пошли уже. Не, подожди, я не знаю, что лучше взять. Вот сейчас кислотную пушку или огненную. Кто на нас нападут, рейдеры или роботы? Ах, возьму обе. Надо смотреть, куда идут. Ну да. Сегодня я возьму огненную снайперку, потому что мы сидим на балконе и смотрим театр, да?